Здравствуйте, друзья. Сегодня мы беседуем с господином Родом Хуком, директором компании Skyway Transport Australia. Но вы все хорошо знаете его. Добрый день, Род. Добрый день, Майкл. Очень рад снова находиться здесь. Это моя третья поездка в Минск, в Беларусь. И каждый раз это было очень полезно. Спасибо. Добро пожаловать. Мы всегда рады видеть вас на нашей земле. Итак, какова цель вашего нынешнего визита? Поясните, пожалуйста. У меня две цели. Во-первых, на полигоне продолжается строительство. Мне было интересно увидеть это. В последний раз я был здесь в июне прошлого года. Сейчас я смог увидеть, что испытательный полигон уже действует на данном этапе. Я хотел ознакомиться с достигнутым прогрессом. Во-вторых, я хотел предоставить такую возможность Питеру Догетту из Национального агентства Австралии по безопасности рельсового транспорта. Он как раз в это время находился в Европе. Мы обсудили с ним наше дальнейшее сотрудничество на том этапе, когда нам понадобится одобрение агентства. Это была отличная возможность для меня и компании Skyway Transport Australia встретиться с Питером, который согласился приехать сюда, чтобы получить первичное представление о технологии. Большое спасибо. Каковы его впечатления, хотя бы вкратце? Впечатления после посещения нашего офиса, экотехнопарка и производства. Я считаю, что Питер был очень впечатлен уровнем проработки проекта, уровнем знания Анатолия Юницкого и всей его команды. Теми усилиями, которые они приложили для создания такой инновационной, недорогой и экологически чистой транспортной системы. Мы рассматриваем это как преимущество компании, которая намеревается приступить к коммерческой реализации этого проекта в Австралии. Для этого нам нужно пройти сертификацию. В этом плане у нас существуют определенные процедуры по регулированию рельсового транспорта. Спасибо. А каковы ваши первые впечатления от работающего юнибайка? Ведь когда начались его испытания в ноябре, вас здесь не было. Вы направили сюда вашего, скажем так, заместителя, Мари Уокоп. Привет, Мари. Она была здесь тогда. Итак, каковы ваши впечатления? Конечно, для нас очень важно было увидеть полигон в действии хотя бы в вашей стране. Потому что, когда я рассказываю о внедрении Skyway в Австралии, первый вопрос, который мне задают, звучит так. Где это работает? Раньше я мог только сказать, что в Беларуси строится испытательный полигон. Но теперь я смогу ответить, что это работает в Беларуси. Это очень важно для нас, чтобы добиться понимания, реализации этой технологии на практике и ее выведения в коммерческий оборот для потенциального применения в Австралии и других странах. Большое спасибо, Род. Думаю, все участники нашего проекта очень рады, что у нас есть такой партнер и сторонник в Австралии, как вы. Спасибо. Наилучшие пожелания Мари и всей команде Skyway Австралии. Спасибо, Майкл. Рад был новой встрече с вами, Анатолием, Виктором и всеми остальными в этой поездке. Добро пожаловать сюда снова. Спасибо.